Борьба с коронавирусом и экономическая ситуация в регионе стали главными темами в разговоре Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. В ходе онлайн-беседы глава региона рассказал, какой вклад в борьбу с инфекцией вносят уральские предприятия. Помогаем переходить предприятиям на трехмесячный режим работы. Увеличили штаты, в том числе в мае количество выпускаемых аппаратов вырастет в разы. Для примера, только Уральский приборостроительный завод выпустит 3000 аппаратов ИВЛ и увеличив производство почти в 10 раз. Также губернатор рассказал, что в регионе развернуто почти 3000 дополнительных больничных коек, а в помощь уже работающим инфекционистам направлено еще 1500 медработников. Также Евгений Куйвышев сообщил, что банки выдали местным предприятиям более 146 миллионов рублей на выплату зарплаты. Губернатор попросил президента включить предприятия ЖКХ в список наиболее пострадавших от пандемии и открыть им доступ к мерам господдержки. Президент дал поручение правительству страны помочь нашей области в строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги. Стройку в целом надо поддерживать, людей занимать. И объект очень важный для крупного такого мегаполиса, как Екатеринбург, поэтому я вас прошу проработать с губернатором и предложить согласованные предложения. Спасибо.